Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас с вами мукбанг. Сегодня мы с вами кушаем заварные пироженки. Посмотрите, какие они красивые, вкусненькие, аппетитненькие такие, прям ням-ням-ням. Я их покупала в магазине. У нас стоит 44 рубля одна штука. Да, заварное пирожное, 70 грамм одна штука. И состав. Давайте вам состав покажу. Быть может, кому-то интересно. Там огромнейший состав. Много е добавок, но изредка можно. И давайте же с вами приступим. Начнем их кушать. Так, начну я с самой большой. Вот этой, самой красивой. Внутри масляный крем. Очень вкусный. Ням-ням-ням. Да, кстати, запиваю я сегодня чаем вот таким вот зеленым. На него уже, по-моему, обзор был. Не знаю, в конечной заставке оставлю. Очень вкусный чай, мне прям очень-очень безумно понравился. Он, кстати, новенький, новинка. Недавно появился. Так много, прям смотрите, начинки. Вот именно вот в том магазине, в котором я купила, они очень вкусные, прям начинки. Вот это вот внутри масляные, очень много. Точно такие же пирожные в другом магазине, видимо, там другая смена, может быть, привозит. В самом конце есть чуть-чуть и в начале чуть-чуть, а посередине пусто. Очень безумно вкусно. Кстати, у меня доходит час ночи. У меня еще получается ночной жор, как всегда. Thank you.
Это обалденно вкусно, но я сейчас чувствую, я лопну, просто лопну. 3 штуки, это прям вообще просто очень много. Конечно, я бы эти 2 штуки точно не съела. Здесь они лежат чисто для красоты. Но они были безумно, просто очень безумно вкусные. Я надеюсь, то, что вам тоже захотелось поесть пироженок. Или вы поели вместе со мной, возможно. Возможно, вы угостились, попили чаечек. С вами был канал Art Mania. И всем пока-пока.